Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Зомби Кэтчер, охотники на зомби. И, насколько я помню, нам нужно лишь по продажам, друзья мои, здесь немножко вырваться. Да, нам нужно продать 40 товаров, блин. А именно зеленого чая. Зеленый чай у нас делается вот из этих. Они у нас находятся в снежной локации. Поэтому я все дроны отправил именно в снежную локацию, получается. Ну, поехали, фиг ли делать-то. Нам нужно как можно больше их наловить. И нельзя, ребят, никого упустить. Что ты. Так, может взять сетку лучше? Может все взять сетку лучше, а? Такс, но здесь-то хорошо, так, сова. Кстати, нам нужно... Блин, нажал не туда, куда надо. Ты думаешь, ты от меня улетишь? Угу. На тебе, угукала. Так, а тут у нас кто? Я что-то не помню. Не успел я разглядеть, что здесь за хламон. Конечно. От папочки он побежал. О, стеклянный шар новогодний. Почему в броне обязательно, а? Давай. Нубус глобус. Так. Стоп! Не вздумай. Раньше времени. Да, конечно. Не, он попал по мне, конечно, но мы его поймали, ребята, и... Ага! Скоро, друзья мои, у нас будет повышение ранга. Так, я, наверное, в кафешку быстренько метнусь. Я, кстати, задание, по-моему, даже не взял. Прибей зомби к земле. А можно обновить? Собирай монеты. Сначала получишь мощность, потом ловишь зомби, потом получаешь монет, собери больше монет. 1500 монет? А не дофига ли вы тут мне 1500 монет-то? Ага, значит, ребята, нам нужно найти еще трех зомби. Еще трех зомби, вот именно этих, чтобы нам хватило на еще одну порцию. Зеленого, блин, чая из зомби. Как же это мерзко звучит, зеленый чай из зомби. А ну-ка. Иди спокойненько. Оп! Смотри, какой гаденыш, а? 96. А, ну если мы. Ну если мы так с тобой будем. 96, 36. Уху. Так, мы на всякий случай здесь поставим капкан. Сделаем так. Я, наверное, сетку, ребят, возьму. Блин, не так, конечно, я хотел. Да вылазь ты уже. Блин, кончилось. Ага. Это все мое. Так, подожди, остается последний там, да? Все, это вы поймали. Так, здесь. Здесь-то как вас тут лучше поймать-то? Теперь я спрятался. О! Х2. Спасибочки. А мы сколько... По-моему, мы поймали, друзья. Ну-ка, сейчас посмотрим. Раз, два, три. Есть контакт. В общем, трех зомби мы с собой поймали, которые нам нужны. Тут уже как раз все сделалось.
Мы как раз с тобой ставим еще одну партию. И нам только лишь нужно подождать. Ждать сколько там? 2 минуты? Ну да, 2 минуты ждать. Чем пока заняться, даже не знаю. Ставить пока зомбарей не будем. Я думаю, что не стоит. Мы левелап получаем 36-й. И на 36-м уровне, друзья, у нас открывается новая зомбовыжималка. Новая зомбовыжималка. Так. Я сейчас просто гляну, что у нас тут. Ага. Получи больше дронов. Ребята, нам... А сколько нужно вообще? 390, да? У нас 351. То есть, грубо говоря, еще 40 нам нужно. Блин, еще монеты эти. Ладно, возвращаемся в кафеху. Тын-тын-тын-тын. Ну что, 51 секунда, друзья мои, ждем и... левелап получаем. Левелап и, соответственно... А раз мы открываем с собой новую зомбовыжималку, значит, здесь появится какой-то либо новый коктейль, либо новое какое-нибудь зомбоблюдо. И, соответственно, а может быть, даже какой-нибудь новый зомби откроется. Должен, по идее, так работать этот наш план. Ну что вы там, едите, пьете коктейль? Нравится вам коктейль из зомби? Зеленый коктейль из зомби. Нравится. Довольный, с улыбками. Хей, сияет, блин. Ну, давай, еще чуть-чуть осталось. 3 коктейльчика. Я жду. Я жду. Последний коктейль. Да. Да, ребята. Ух ты, это что за зомби такой? Какой-то макачино, капучино, что это? Что это такое? Купить. А у меня еще и денег не хватает, прикинь. Чтоб купить. Твою налево, терпи, зарабатывать еще. Так, давай, наверное, желтопузово зарядим. Здесь зарядим. Сколько тут у нас? 800 монет, 1000. Ну, нам этого хватит, в принципе. Ну, давай жарабаса еще зарядим. Так уж и быть. Ага, нам нужен вот... Что, вот этот коктейль, да? А таких-то зомби у меня нет. Это зомби у нас... Ребята на пляже. Давай на пляж. Подожди, а почему только один дрон? А, блин, они уже зомби обнаружили. Что тут у нас? Ага, это шоколадный зомби. Расположение снег. На вкус как маринованные кишки? Как маринованные кишки? Вы издеваетесь, что ли? Фу, как-то мерзко звучит, ребят. Да. Маринованные кишки, блин. Так, значит, нам нужно будет продать... 20 и 30. Ну что, мне хватит? Ну что, я пошел пока тогда ловить этого зомби. Я не знаю, если он открылся, по идее, нужно, ребят, появиться здесь. Как вас ловить-то лучше? Здесь. Мне просто надо глянуть, кто там будет первым зомби. Ага. Ага. А этого мы поймаем. Так. Ну, допустим. Здесь нам надо будет делать вот таким вот образом.
Да ты будешь взлетать-то, дуралей. Не убежал сморчок от меня, не убежал. Это тот же самый, ребят, серфингистка, которая прикрывает свою задницу этой доской для серфинга. Это только лыжами. Такой же охламон, только занимает. Угу. Двоих сразу же, да? Ну, с этим, я думаю, справимся с помощью гарпуна. Ты смотри-ка, а? Да, конечно. Разогнался парень. Идеально, ребята, идеально сработали. Зомби пойманы. Так, у нас... нам нужно три. Нам же три нужно, по-моему, если не ошибаюсь, для того, чтобы сделать одну порцию макачины этого. Сейчас мы купим. Ага. Шокра... Фейл? Что за... Ты уверен? Я как-то пробовал эту штуку и тут же набрал 5 килограмм. Так, ты считаешь, нужно добавить больше масла? Сколько, блин, их нужно, ребята, как я и говорил, 3. У меня всего лишь 2. И это только на одну порцайку. А порцаек нам нужно 2, да? Катастрофическая нехватка, ребята, у нас зомбодронов. Катастрофически не хватает. У меня капканы все кончились. Угукай где-нибудь в другом месте. Угукает она мне тут. Блин, вот куда, думаю, лучше гнать-то их? Туда или туда? Блин. Просто здесь как бы лес, они быстро... Да ёк, макарёк опять летит. Они могут туда... Да и здесь тоже как бы... Вот же, блин, нехватка, ребята, капкана. Ого! Есть! Это же надо такой профессионализм, ребят, сейчас сделать было. Я даже сам от себя не ожидал. Ну-ка. Этого-то я поймаю, щегла. А вот кто здесь? Блин, в броне. Блин, теперь закончилось. Трухлявый. Не вышло у него, блин. Ой-ой-ой. Да ладно. Ты будешь открываться? Плэй, ребята, что за фигня-то, блин? Как... Кликай сюда, ой, дурень. Надо же сюда, ой, баран. Я кликаю сюда, ребята, думаю, что он не стреляет. Ну, это ж придурок я, ё-моё. Просто придурок, блин. Ой, дурачок ты, а. Да. Вот так вот лопухнулся я, ребята. Упустил, просто упустил. Без причины. Попутал, называется, блин. Кликать начал там, кликальщик, блин. Давай награду мне. Ну, пойдет, наверное. Не пройдено, спасибо. Ладно, на одну порцайку-то я все-таки нашел, но... А, тут нужно 30.
это, блин, это еще дофига надо их, ребят. Это их еще дофига нужно ловить. И плюс еще эти пляжники. Плюс еще пляжники. Да. Ну что, друзья мои, тогда на сегодня будем закругляться. Вот такая коротенькая получилась серия. Но зато апнулись и знаем теперь, что и кого нам надо собирать. Так что увидимся в следующей серии. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.